вчера-то не был таким стеснительным. Ночь полчаса был. Ген, ну надо развестись. А с Колей она чувствует себя живой. Дина Голос, за мной, за мной. Все бывает первый раз. Даже секс за деньги. Спасибо, пупсик. Александр Васильевич, ну разрешите встать в строй. Сейчас фестивалька, вы в Сочи, поехали. Мы по пути придумаем тебе выступление. Я буду директор, менеджер, продюсер. И мы за неделю набираемся опыта, как за 20 лет. Ну просто красавчик. Ну все, погнали рвать зал. Скажи, тебе-то зачем надо, а? Звезды подсказали. Тикток, Инстаграм, Ютуб. Мы с тобой будем покорять интернет. Слушай, можешь выкинуть? Хорошо? Пока! Ничего не говори. Он вчера так круто выступил, что даже у меня были мурашки. Учись. Алло, ты там что, поплыла, что ли? Ты не забывай, мы чувака на деньги разводим. Мудрый комик из Челябинска. А почему прощание с любимой страной? Геннадий, примите наши соболезнования. Я сам боюсь заболеть раком. Простите, наверное, не стоило мне. Дерьмо, да не подруга! Скинь мне данные карты этого лоха. Что это? Ну а что ты хотел? Она поверила в отца. Сделай хоть раз в жизни что-то для себя. 10 тысяч, и все сниму. Развод. Развод тоже вижу.